Щодо губернаторства Валентина Резніченка висловився відомий київський політолог Владислав Міхеєв. Ось що він нам розказав. Ніхто за 4 роки і за останні 100 днів не ставил под сомнение ни его профессиональные компетенции, ни его качества как менеджера. Не было претензий к популизму и влечению каким-то, вот, скажем, необоснованным пиаром. То есть человек, в общем-то, на этом посту демонстрирует соблюдение баланса сил. Он одинаково может договариваться и с региональными элитами, и с Киевом. Это происходит во многом благодаря тому, что он обладает тем качеством, которое принято называть политическим интеллектом.